Использование спецтехники – неотъемлемая часть современного строительства. Но для каких целей создают следующие экземпляры? Гигантские подъемные краны, бульдозеры и асфальтоукладчики невероятных размеров. Об этом мы поговорим в данном видео. А в конце ролика вы узнаете, какая необычная строительная машина была успешно создана инженерами, но так и не использовалась по назначению. Гусеничный кран Liebherr LR13000. Начиная с 2009 года, немецко-швейцарская компания Liebherr собрала в своих цехах как минимум 5 экземпляров этого исполина. LR13000 – самый мощный в мире гусеничный кран традиционной конструкции. Он имеет грузоподъемность 3000 тонн и максимальную высоту подъема 236 метров. Основная сфера применения этого гиганта – строительство электростанций. Именно там постоянно требуется подъем экстремальных штучных весов. Также на нефтеперерабатывающих заводах существуют задачи по установке промышленных колонн весом 1500 тонн и длиной 100 метров. Каждый кран этой модели оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей – 27 миллионов долларов, и ни один из 5 существующих экземпляров в данный момент не простаивает без дела. Гусеничный подъемный кран столь грандиозных размеров транспортируется к месту работы далеко не своим ходом, ведь его скорость равна всего 1,5 км/ч. Механизм разбирают как гигантский конструктор, каждая деталь которого весит 70 тонн. Затем доставляют морем куда необходимо и собирают уже на месте. Это большое достижение разработчиков. Простоту сборки ставят им в особую заслугу. Кроме того, LR13000, единственный среди гусеничных кранов этого класса, может работать и без балласта Деррика, то есть специального дополнительного груза для устойчивости. Это возможно благодаря способному выдерживать очень высокие нагрузки поворотному венцу, специально разработанному для этих целей инженерами Liebherr. Бетоноукладчик Gaumako C650F. Существуют также огромные машины-бетоноукладчики. Цилиндрический финишер Gaumako C650F – мощное и универсальное оборудование, которое используется в строительстве бетонных покрытий как на плоских поверхностях, так и на наклонных. Это означает, что он идеально подходит для широкого спектра проектов, включая укладку бетона на улицах, шоссейных дорогах, строительных площадках, парковках, взлетно-посадочных полосах аэропортов, теннисных кортах. Такое универсальное применение делает эту огромную машину ценным активом для различных строительных компаний и подрядчиков. Одна из ключевых особенностей данного цилиндрического финишера – легкость в эксплуатации. Это оборудование спроектировано с учетом удобства оператора, что позволяет минимизировать необходимость в сложных навыках обслуживания и управления. Это, в свою очередь, снижает расходы на обучение персонала и увеличивает производительность на стройплощадке. Однако, что делает Gaumako C650F действительно впечатляющим, это его возможность быстрой смены конфигурации. Штыревое соединение секций позволяет быстро изменить ширину рамы от 7 до 17 метров, а также ширину чистовой обработки от 5 до 15 метров. Это означает, что вы можете легко адаптировать оборудование под требования конкретного проекта, что сокращает необходимость в дополнительных машинах и оборудовании. Gaumako C650F – мощный инструмент, который помогает сэкономить время и ресурсы в строительных проектах, обеспечивая высокую точность и качество укладки бетонных покрытий на разнообразных поверхностях. Это идеальное решение для строительных компаний, которые стремятся к эффективной и профессиональной укладке бетона. Мостоукладчик SLJ900/32 является впечатляющим инженерным чудом, спроектированным для поднятия и установки массивных мостовых балок и секций. Его разработали в проектном бюро Hanjin Heavy Industries, а жизнь подарили в компании Wow Joint Machinery Company. Он был призван строить железнодорожные мосты по дороге в Монголию из Пекина, длиной в 1700 километров. Мосты на этой дороге должны иметь длинные пролеты, а сроки были ограничены. Под такую вот задачу китайцы и сделали себе эту машину. Это огромное чудо китайской техники в длину более 90 метров, 9 в высоту и 7,4 в ширину. По сути, это большой козловой кран с двумя тягачами на своих концах. Скользящие балки держат под собой бетонные пролеты и при надвижении подстраховывают друг друга. Масса гиганта – 580 тонн. При этом он может работать с бетонными блоками весом до 900 тонн. Машина имеет 4 отдельных сегмента по 16 колес, причем они поворачиваются на 90 градусов, передвигается своим ходом со скоростью 8 км/ч без груза, а с грузом 5.
Звучит странно, но это действительно достаточно маневренная машина. В последние годы мостоукладчики становятся все популярнее, однако изначально их создавали для строительства конкретных объектов. То есть саму конструкцию изготавливали под размеры и ширину пролетов, радиус изгиба и так далее. А иногда таких машин требовалось по нескольку штук. Впоследствии инженеры сделали так, что одна конструкция мостоукладчика могла превращаться в другую, как трансформер адаптироваться в реальном времени. Мостоукладчик SLJ900/32 был разработан китайской компанией еще в начале 2011 года и с тех пор успешно использовался в различных строительных проектах по всему миру. Это оборудование за многие годы доказало свою эффективность. Телескопический подъемник JLG-1850SJ. Телескопический подъемник – это оборудование, предназначенное для поднятия рабочих платформ и людей на высоту для выполнения различных задач в области строительства, обслуживания и ремонта. Он получил свое название благодаря телескопическому механизму, который позволяет увеличивать или уменьшать длину подъемной стрелы в зависимости от требуемой высоты и радиуса действия. Самым большим телескопическим подъемником считается разработанный американской компанией JLG-1850SJ. Самая впечатляющая характеристика этой модели – высота подъема. JLG-1850SJ способен поднимать на 58 метров. Дополнительным преимуществом данного подъемника является его горизонтальная вылетность – около 24,5 метров, что обеспечивает большую область доступа. Этот гигант, кроме того, обладает выдающейся грузоподъемностью и вместимостью корзины до 227 кг, что позволяет поднимать и одновременно обслуживать несколько рабочих вместе с тяжелыми материалами. Кабина оператора также оборудована современными системами безопасности и управления. Это оборудование находит применение в различных отраслях, включая строительство, обслуживание инфраструктуры, монтаж, а также работы по ремонту. JLG-1850SJ отличается высокой производительностью и надежностью, что делает его неотъемлемым инструментом для задач на больших высотах. Стоит упомянуть и другую модель. Она схожа с предыдущей по своим характеристикам, при этом в некоторых из них уступает JLG-1850SJ, в других является несомненным лидером. Телескопический подъемник Genie SX-180 обладает впечатляющей высотой подъема в 55 метров и горизонтальной вылетностью около 24,5 метров, что позволяет ему работать и в труднодоступных местах. Грузоподъемность Genie SX-180 составляет примерно 340 кг, благодаря чему можно поднимать не только операторов, но и различные тяжеловесные материалы и инструменты. Телескопический механизм этой модели обеспечивает удобство и эффективность в работе. Современные системы управления и безопасности делают его отличным выбором для различных задач в строительстве, обслуживании и ремонте. Genie SX-180, как и JLG-1850SJ, остается надежным и высокопроизводительным подъемником для работы на больших высотах. Этот компактный и маневренный подъемник подходит для широкого спектра задач, обеспечивает безопасность и эффективность при выполнении работ. Каток BW-332, разработанный компанией Bowmag, играет ключевую роль в уплотнении дорожных покрытий и грунта на стройплощадках, что способствует созданию качественных и долговечных дорог. При эксплуатации грунтового катка BW-332 Deep Impact применяются передовые технологии уплотнения различных типов грунта. Данный каток в основном используется на крупных строительных объектах. Во время восстановления земельных участков после открытых работ, сооружения дамб и плотин. Особая конструкция полигонального вальца, значительный вес машины, применение специальной системы для автоматического регулирования вибрационного устройства обеспечивает высокий уровень производительности и отличное качество уплотнения грунтовых слоев, высота которых достигает 4 метров. Управление грунтовым катком BW-332 Deep Impact осуществляется таким же образом, как и стандартным дорожным катком. Оператору предоставляется просторная кабина с регулируемым сиденьем. Находясь на рабочей площадке, пользователь практически не ощущает вибрации. Несмотря на значительный вес и большие размеры, каток обладает хорошей маневренностью и способностью быстро изменять направление движения в условиях ограниченного пространства. Высокая производительность и надежность делают каток BW-332 Deep Impact незаменимым в строительстве и обслуживании дорожной инфраструктуры. Кроме того, компания Bowmag славится своими инновационными решениями и постоянными улучшениями продукции,
что делает ее оборудование современным эффективным инструментом при строительстве. Своебойная установка LB20LRH100, производимая компанией Liebherr, предназначена для эффективного и надежного закрепления свай. Это оборудование играет важную роль в строительных проектах, где требуется установка устойчивых фундаментов и конструкций. Одной из ключевых характеристик Liebherr LB20LRH100 является его высокая грузоподъемность и способность работать на значительной глубине – до 30 метров. Это позволяет устанавливать сваи даже в сложных грунтовых условиях и обеспечивать надежное закрепление. Модель оборудована различными современными технологиями, что обеспечивает точность и эффективность в процессе своебоя. Операторы могут управлять установкой с высокой степенью контроля, что особенно важно при выполнении точных работ. Технические характеристики, выдающаяся грузоподъемность и возможность работы на больших глубинах делают Liebherr LB20LRH100 востребованным оборудованием в строительной индустрии, где требуется надежное закрепление свай для создания прочных фундаментов. Асфальтоукладчик Fogele Super 3002. Ремонт дороги или укладка новой дороги нуждается в асфальтоукладчике. Что бы ни говорили, но вручную этот процесс сделать нельзя. Уж больно неровное и некачественное покрытие получается. Асфальтоукладчик Fogele Super 3002 – выдающееся строительное оборудование, специально разработанное компанией Fogele для эффективной и качественной укладки асфальтового покрытия. Премьера машины состоялась на выставке Bauma 2010. Одной из ключевых характеристик Fogele Super 3002 является его внушительная ширина укладки. Эта машина способна укладывать асфальтовое покрытие на больших площадях. Однажды этот асфальтовый гигант смог уложить полосу шириной 15,5 метров. Это, по сути, пятиполосная дорога, которую смогли уложить за один раз. Это особенно важно при строительстве широких автомагистралей и аэродромов. В этом случае рентабельность модели будет максимальной. Fogele Super 3002, кроме того, оборудован передовой системой контроля и автоматизации, которая обеспечивает высокую точность и равномерность укладки асфальтового слоя. Это гарантирует, что дорожное покрытие будет высокого качества и долговечности, что важно для безопасности и комфорта на дорогах. Fogele Super 3002 может работать с тощим бетоном, асфальтобетоном и щебнем, обеспечивая покрытие с максимальным уплотнением. Привод с передовой системой регулировки гарантирует оптимальную работу элементов при постоянной повышенной нагрузке. Эффективность, производительность и высокое качество укладки делают Fogele Super 3002 неотъемлемым оборудованием в строительной индустрии, способным обеспечить надежные дорожные покрытия в самых разнообразных проектах. Представляем вам самый большой в мире автокран. Его зовут ZEG-B01, и он действительно крут и брутален. Автокран-рекордсмен был создан китайской компанией Zoomlion на 12-осном шасси с приводом 24×24. Длина машины почти 22 метра, а ширина более 3. Она оборудована специальной балансировочной системой, которая при движении равномерно распределяет нагрузку на колеса. Максимальная скорость – 75 км в час. Для такой техники это довольно много. Вес автокрана – 96 тонн, а максимальная грузоподъемность – целых 2000. Правда, она достигается только когда вылет стрелы не превышает 2,5 метров. Стрела состоит из 8 секций. Она может поднимать груз на высоту до 106 метров. Высота самой машины – около 4. Устойчивость во время работы обеспечивается 4 большими выдвижными опорами. Стоимость чудо-крана – 140 миллионов рублей или 1,5 миллиона долларов. Надо сказать, несмотря на рекордную грузоподъемность, машина имеет свои недостатки. Работать этот кран может только на очень ровной поверхности. Бульдозер Komatsu D575A – громадное строительное оборудование, спроектированное и изготовленное японской компанией. Оно привлекает внимание своими впечатляющими характеристиками и способностями. Трактор выпускается с 1989 года и превосходит всех своих конкурентов как по мощности – она составляет 1150 лошадиных сил – так и по полной массе – 152 тонны. Грузоподъемность Komatsu D575A позволяет ему поднимать и перемещать массы грунта и материалов от 90 до 160 тонн, делая его незаменимым инструментом на крупных стройплощадках. Его огромные гусеницы обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью и позволяют маневрировать в различных условиях. Длина машины достигает 11,7 метра,
Но больше всего поражает его гигантский отвал объемом в 96 кубометров. Это особая гордость японских инженеров. Его лезвие шириной 7,4 и высотой 3,6 метра способно вгрызаться в грунт на глубину до 805 мм за один проход. Чаще всего этого гиганта применяют в горнодобывающей промышленности. Однако он может быть использован также и для строительства дорог. Бульдозер Komatsu D575A способен справиться с различными задачами. Специализированные насадки и аксессуары позволяют приспосабливать его, например, для разрыхления почвы, создания траншей, планировки поверхности или даже для поднятия и перемещения массивных материалов. С этими впечатляющими характеристиками и возможностями Komatsu D575A остается одним из ведущих игроков в мире тяжелой строительной техники, способным справиться с самыми сложными и объемными задачами. Но на самом деле Komatsu D575A не является самым большим бульдозером, когда-либо построенным в мире. Лидером остается итальянский трактор Akko Dozer, построенный в единственном экземпляре в начале 1980-х. Но так как техника не серийная, она идет вне топа. Характеристики Dozer впечатляли. Бульдозер имел 12 метров в длину, массу в 183 тонны и два дизельных двигателя Caterpillar с суммарной мощностью в 1350 лошадиных сил. Отвал шириной 7 метров и высотой 2,7 метра не назвать выдающимся по сравнению с Komatsu D575A, но тоже не маленький. К сожалению, судьба Akko Dozer сложилась неудачно. Бульдозер строился специально по заказу Ливии, но из-за введенных санкций против этой страны правительство Италии запретило передачу машины заказчику. Бульдозер простоял до 2012 года, не проработав ни часа, после чего он был выкуплен частной фирмой, где установлен как памятник. Спасибо за просмотр, всем пока!